то они понапивались, и воды у них много. И вот так оно. Да, это не лоток, конечно, но пойдет. Пробуем, как оно будет. Ух ты! Цветет сирень. Та-т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 а. Я просто вам хочу показать, как она ложится. Как ложится и как не придавливает поросят в станку. Вот у нее поилка подтекает, надо почистить. Какая-то соринка туда попалась. Ну и видите, под всеми станками супер. Проблем с водой нет. Давай, Анфиса, ложись, ложись. Анфиска. Это порося там уже пятый день. Хвосты покупировали, зубы покусали и покастрировали. Ну, сейчас они не идут. А вообще они под ней лазят, и она ложится, и никого не придавливает. Бывает такое, типа как на кого-то начнет, ну, ляжет, и он резко вскакивает типа на бок. Как-то вот так получается. Ну вот она вляглась, и сейчас они все на эту сторону пойдут. Станки, друзья, ну я больше чем доволен. Сказать, что да, хорошо и все, это то же самое, что ничего не сказать. Станки сильно помогают. Помогают при опоросу. Это самое главное. Легко принимать опорос. Также помогают полностью контролировать свиноматку, колоть уколы. То есть хоть бешеная она, хоть там какая. То есть очень хорошо подходить к ней и обслуживать свиноматку. Обслуживать поросят, там те же уколы. Не надо гонять по всей загороде, она бегает тоже. То есть станок — это очень много плюсов. То, что я знаю, дедовские методы, как раньше, в клетках у меня тоже так поросились 2 года. 2 года поросились в клетках, но только опорос проходит 2-3 дня, минус 2-3 поросенка. Это минимум 2-3. И хороших, крупных, как назло, всегда бывает. Поэтому станок, станки даже в частном подворье, хотя бы один станок или 2 станка сделайте себе сами из профилька или трубы. Не обязательно, чтобы он был красивый, не обязательно, чтобы он был там заводской. Любой сами сделайте и увидите разницу. Вот поросят, никого же не придавило, 5-й день. У этой что дохли, а я думал, что она их давит, они дохли. Киевлянка никого не придавила. Обезьянка никого не придавила. Нюра никого не придавила. Крикливая, что заводит каштанов, тоже никого не придавила. Вот вам и станки. Ну, правда, Нюрка без станка, она в этой клетке, ну, тоже никого не придавила. То есть очень удобно, именно что касается станка, очень удобно. Удобно, хорошо, комфортно. Вон там у них лампа для обогрева. Вот тут у меня вода у них стоит. Воду я еще не сделал, маленькую поилочку, но сделаю. И также вот эти бункерные кормушечки маленькие. Покреплю или туда в торец, или на боковую стенку, и все. То есть получается, даже взять мои вот эти, сколько в станках уже, 7 опоросов прошло во время станков, как у меня станки, 7 опоросов. Из 7 опоросов, не знаю, наверное, никого не придавили. Ну, у меня же, я говорю, что был падеж, я думал, давит, а то они дохли вообще от другого. То есть из всех опоросов я уже давным-давно отбил эти станки, тем более я станки брал за копейки. Бока заводские, а переднюю заднюю стенку делал сам. Поэтому, друзья, ну станки рекомендую. Сделайте как можете, с трубочек, с профильков, да хоть чего. И ну, увидите разницу сами.
Вот, друзья, хочу сейчас добью этот кусочек и буду красить, как я хочу, торцевую часть, ну то есть фасад вот этого зерносклада своего, фасад покрасить. Двери красить не буду. И купил сюда защелку, ну чтобы вот это удалось убрать. Вот эту часть забью и покрашу только фасад. Я его планирую сделать из профлистом обшить с нормальной крышей и, возможно, с будущим вот сюда навесом. Навес под машину, под рабочую, под газель. Планирую взять себе газельку, подкопить немного деньжат туда позже и купить газельку какую-нибудь там, ну, чтобы двигалась. А то возить то доски, то металл. Все время надо что-то такое рабочее, недорогое. Газельку возьму, и если будет газелька, даст Бог, то сделаю тут навес сразу и общей крышей все накрою. Поэтому пока только покрашу это, чтобы ДВП не размокло от дождя. Это раз. И также покрасим те двери, вот эти двери, то мне все пишут покрасить двери. И покрасим на этих сараях тоже двери вот эти. Уберем ту пленку черную и те красные тоже покрасим. Все в один цвет. Вот так. Так, друзья, ну добил я тут кусок. Тут у меня он ДВП-шка. Это ДВП старого образца, такая толстая. Тоже давно уже валяется. 5 раз мокло, 5 раз высохало. Ну, нормально, пойдет пока перебиться. Вот так получилось все. Сейчас еще верхнюю, наверное, тоже набью узенькую такую, ну, чтобы оно красиво было. И будем красить. Почистим слегонца там, где ржавчина, почистим. И вот сейчас замок прикрутим. 45 гривен. Вот такой простой. Сюда, ну, чтобы ветром не открывало. То сильно легко открывается. Когда на ночь уходишь, раз закрыл и все. То есть вот так. Мне удобно тут. Взял корма и отнес сразу в сарай. То есть все поблизости. Будем прикручивать замок. Валик нашел. Это еще когда сарай красил. Вы щетку. Ну, щетка мягкая. Вымою сейчас в эспирите. Нормально будет. Окраску. Окраску не могу найти. Краска где-то, ну, нашел по банке зеленой салатовой, ну, с клеток. И полбанки серой, ну, меньше половины серой. Это с того сарая для отъема. Там красили. А у меня еще была то ли синяя, то ли какая-то такая целая банка. Сейчас буду искать. Тут сейчас после этих строек что-то найти, это такая проблема. Так, ну вот таким образом будем что-то делать. Вот, вот так. Типа. А, вот тут, наверное, выше. Да, вот тут. Тут сильно низко будет. А, можно здесь под. Вот тут замок урезанный, тут саморезы. Вот тут выше. Все решено, выше. Вот после этих строек что-то найти, это просто катастрофа. Или в сарае, или в кабинете, или в котельне, или в том сарае, или в гараже, или в том сарае, или в том. Короче, если я где-то что-то положил, найти это очень-очень проблематично. Вот так сделаем, чтобы удобно было. Оп. О, нормально так. Можно было еще на край сюда. Вот так ищу, только что краску искал, сверла понаходил новые какие-то, что-то сверлили. То саморезы купил, думаю, саморезов нету, купил саморезы. Ищу маленькую болгарку, нашел саморезов целую упаковку, таких как мне надо, ну то есть вот так. Так, а эта штучка у меня... Ой, она. А. Все нормально. Ну,
Ну, сейчас вот это прикрутим и будем красить. Вот, а тут еще вон как. Все подходит. Все подходит. Все подходит хорошо. Все подходит хорошо. Шо. Ну, я больше не буду закручивать там. Вот так. Ветром не откроют, Боря, Ася не откроют, чтобы туда по нас ссыкать. Пардон. И это надо покрасить. Сейчас будем зачищать и красить. Да, друзья, она сиреневая. Такая хорошая, густая. Такой тазик нашел. Пойдет этот тазик. Все равно в гараже валялся ненужный. Пока тут окручусь с краской, что-то кричат там в сарае. Думаю, гляну. Гляну, поилку оторвали, вся бочка воды вытекла, ну все как обычно. Все мокро в загороде. Пробуем здесь. То есть я уже знаю, надо воду делать. Там будет. А ну. Сейчас еще разок попробуем. Тут, а вот. Это я крашу ДВПшку, она от дождя потом не будет промокать и крутить ее не будет как. И хватит мне до следующего года, а там уже посмотрю как. Ну вот так. Ой, аж глаза как-то за. Вот так. Ну и вот такой весь вагон будет. И двери внутри. Ну, может, двери покрасить и серым, или зеленым. И желтую нашел уже, и оранжевую нашел. Ну, правда, маленькие баночки. Цветет сирень. Новый замок покрасим тоже, чтобы не ржавел. Ну, ой, ё-моё, вот так будет, ну, нормально, сейчас посмотрим, как полностью будет, какой вид. Ну как?
Так, друзья, наверное, вот это вагон сегодня докрашу. И а двери уже на тех сараях в следующий раз покажу, как буду красить. Я сегодня красить не буду двери. Сейчас надо воду сделать. И вот здесь надо сделать тоже подкрасить, рейку подбить. То есть, ну, чтобы не спешить. Спешки, то хорошо. Закончу здесь. Все подобью, что хочу. И... а потом продолжу там двери. Ну, двери недолго позакатывать эти. Просто что... сейчас пока с водой найдешь эти трубочки, какой-то переходник, что-то надо колхозить туда, крепление сгнило. Короче, надо что-то там думать. И уже время, я так понимаю. У меня телефона нет, часов нет, ну часа 3, наверное. 4. А еще надо видео сейчас вам выложить. Ну не сейчас, позже. Потом освобожусь уже после воды, после поелки. И сделаю вам видос. Не знаю, друзья. То ли я уже краски надышался, мне что-то кажется, оно еще хуже, чем было до этого. Или так кажется, или потемнело на улице. На дождь находит. Ну вот так. Сверху сейчас что-то придумаю, туда планочку какую-то такую. Может, вот с этой вырежу. И тоже покрашу. Вот так получилось. Пойдет. Вот тут немного осталось. Ну вот и так получилось, в принципе. Вот так. Все, друзья, буду дальше эту думать и тоже закрашу. Потом щеткой все позакрашу здесь вместе с коробом. И потом сделаю воду и буду уже, ну, наверное, завтра те двери подокрашу. Там тоже надо не спешить. Все, всем пока. Счастливо.